12-й, Егор 14-й, блядь. Ну, я бы вообще предложил всем сначала просто выйти, разделиться на две пачки, кто там 212 плюс и кто меньше в другую сторону. И уже от этого отталкиваться там. Типа там, ну, как объясняли, там, да, какая-то хуйня выходит с углов, ее нужно обратно заталкивать в угол. Ну, цветы это будут, слышишь? А будем закидывать же на крышу, блядь, чтобы они ебенили этот замыкание бокорот. Влад, а ты где? Ебать. Бля, еще хитагами у нас. Танков не... много, да? Я на ушипай пришел, ебать. Ни мумуры, блядь, ни хуюры. Ну, вайда спек есть, похуй. Пускай хитагами будет танком, и он мораль. Этот, столовка. Я как-то на замену. Пока так, да. А у Алисочки с Ладомиром ретрики слабее моего одеты? Я не знаю, даже не видел Ладомира. Вообще ни разу на ретрике не видел. Но у Алисочки плюс-минус такой же. Ну я себе 12 напялил. Типа я 12 имею по факту. Ну, судя из того, что я слышу, вам сейчас главное в левел одеться, правильно? Нам да, одевай его. Все, что есть, там можно да, перебрать весь шмот, но главное, чтобы был и левел. Да. Так, а ну поставьте шкаф, суманюйте меня, сейчас я вернусь, нахуй. Не, что я... одевайте. Че, вы думаете, 2-3 единицы и левела что-то да, решать? Да. ХП да, добавляю, да, там 30-40 тысяч хп машине добавляют. Сейчас я пойду возьму. Шмот, ну, любой левел. Сейчас я тоже что-нибудь посмотрю у себя. Егор, одевай все тоже на этом левел. Поставил вот эту триньку, которую я тебе отдал, 213-ю тоже напяливает. Сейчас я тоже что-то найду, блядь, 13-я, нахуй. Главное, потом. Нам 226-я. А, 226-я. Закидывайте все это. Реза 215. Ну я максимум оделся. Так. Блять. Бля, тебе бы сейчас раз поясочек поменять, вообще может, и, бля, тринку еще бы выросло. Давайте вот так встанем, просто кто 212 плюс в череп, а кто ниже, тот в крест. Чтобы было видно просто. А что там, блядь, Асмодей 11 делать, ебать? А, он 11. 17. Так, кто мне реги давал-то? Я давал. Так, как у тебя не... Безвредно. Безвредно. Чё, так, смотри, я тебе сделал, блядь, эти настои ледяного змея. И да. Пачку из этого, да? Дикая магия, правильно? А чё за дикая магия, блядь, я не понимаю. Там у тебя его, наверное, нет. Ну, скорее всего, да, нет у меня этого рецепта. А, нету у тебя? Ну, нету, скорее всего. Бля, ну давай обратно. Чё надо дать, ты мне скажи. Ну, реги. Бля, у меня там тоже своих дохуя. Тебе надо зеленые бутыльки, да? Одну пачку зеленых бутыльков. Ага. И подожди, сейчас скажу тебе. Давай вот так тебе дам. Так, подожди. Так. Сейчас точно скажу. Бля, есть ПВП шмот, одевайте даже ПВП шмот, наверное, да? Конечно, но это левел. Две пачки ли этого, еще пачку лич света еще. Есть все же? Должна быть, да. Нет, там пачка должна быть целая. Не, у меня пацаны... вот... Маги, поставьте порт Галаран, у людей некоторые шмот в Галаране на E-level, типа, там PvP-шные. Давайте, пусть они слетают, шкаф стоит при сумоне. Блять, я-то куда пошел, дебил? Вот 216-го сухо. Он такой был, он не переливался, у него 216 есть. А это правило машин зависит от обоих или тот, кто за рулем? За рулем. По-моему, от обоих. От обоих. Еще кто-нибудь скажите, от обоих. От обоих. Срез горит за рулем. А таких еще нахуй обоих. Ну запустите, блядь, давайте попробуем. В чем проблема, нахуй? Дикая магия. Там сколько есть? Присумайте, я запущу. Срез пишет, то первый сядет, так и статы. Конечно, молодец, но ты не тех банок дал. У меня банок с собой нету. Я тебе тех банок дал.
Ты дал зачарованные колбы, это для эликсиров, а для зелья. Вот. Наверное, я это и не мог из-за этого сделать, блядь. А чё ж ты говоришь, не могу? А я в душе не буду, я не понимаю, что делать, блядь. У меня-то не высвечивается, что можно сделать вообще. Да вот банки, идите туда, вот банки, вот тут, блядь, вот банки. Вот к этому подойдите. Не торопитесь только сейчас по машинам садиться. Распределите там с банка. Так, ну давайте Егор и Гавай. Давайте, кто у вас там по большей части? Запускай, сейчас посмотрим. Не-не, в суманьте людей, Сашки, Долоран. Ну сейчас суманем, не переживайте. Пока только двое садятся в тачку. Кого из вас? Егор 212? А вы двое. Садись, Егор. Сколько у машины? 4-2. Не поменялось нихуя, да? А если ты выйдешь? Да, хп меня, это пропадает. Так, а ну садись ты, Егор. А 4, меньше стало. 283, а ну еще раз, сядь ты. Ну, на 10к разница. Ну вот, садись, значит, на барак. Кто там, блядь, уже запрыгнул? Выходи оттуда. Давайте, Егор, короче, будешь ты, блядь, значит, стрелять. Я не думаю, а может... 10к разница, блядь, похуй. Садись сюда, как и сидели. Давай с артстайлом. Пошли с тобой, артстайл. В эту сядем. Все, мы тоже определились. Сманите столовку. Короче, смотрите, мы сейчас будем делать хардмод. Никто нихуя лишнего не агрит. Тут просто по центру всех убиваем, блядь, и все. И едем по центру, блядь. Просто стреляйте налево-направо. Макс, мы че куда? Сейчас, мы в разрушителем спереди, видишь, сядем. Давай, это за рулем поеду. Все, спасибо. Так, ты сел, ну? Да. Ебать, тут скиллов, ебаный насрал. Так, дай почитай скиллы. Так, так, крюк. Серьезно, ты с кем? Ты с женой сел? Все хорошо. Они тоже сидят в этом в разрушителе. Ну, я с Егором, срез с женой. Я с артстайлом. Ты с артстайлом, кто еще? Я с мужем. Врубите этот стримчик кто-нибудь. Кто еще в машинах сидит в трофейных разрушителях? Смекалка и. Я с этим Саньком. Ты с Лоей, да? Сашки. Я, получается, сижу в пушке, у меня только стрелять и все, и подтягивать колчедан ебаный, правильно? Механик, ходите, посмекалка вас, бой готов. Так, ладно, разобрались. Тут давай, Сашка... рассказывай дальше, что там, кому куда садиться. Я не знаю просто, что на ком делать надо. Садитесь, занимайте вот эти все машины, которые есть, осадные машины. Основная задача, блядь, этих осадных машин, надо будет отталкивать этих цветов, и когда он будет кастовать, блядь, сбивать ему каст. У вас там есть кнопка, блядь, по-моему, третья, блядь. Сбить каст. Читайте, блядь. Есть такая? Нет? Вторая. Ну, похуй, короче. Значит, вторая, блядь. Сбить каст. Плюс там есть еще хуйня. Щит такой зеленый на себя, блядь, жмешь, и он, блядь, впитывает урон. Вот это надо, блядь, сбивать ему касты и жмакать щит, чтобы вы, блядь, жили дольше всех и не сдыхали. Можно просить? А вот на хардмоде колчедан тоже едутся, да? Да. Блядь. Занимайте все вот эти машины, которые, блядь, трофейные осадные машины, по два человека. Кто туда не поместится, блядь, сядут на мотоцикл. Ну, должны почти все за этот поместиться. Там на мотоцикле один или два человека будет всего сидеть. Там получается, чтобы сбить каст, надо сначала щит нажать, потом сбивать каст, да? Да. Да. Можно я еще, Кирилл, добавлю? Те, кто на этих здоровых машинах, когда он сменяет цель, вы берите, у вас, по-моему, тройка, это рывок, вы паровую все ускорите, от него в разные стороны. Его. Да, когда меняет цель. Это тоже важно, потому что по вам дэмэджи будет лететь. Да, и кто будет в мотоциклах сидеть, кто там не влазит в машины, блядь. Возите колчедан к трофейным разрушителям. А, нету крючка уже. Крючка нету на мотоках. В смысле нету? Ну, раньше был. А мне это крючка. Сейчас, ну. Его а нахуй туда не нужны? Ну. Возле челов просто? Они, по идее, мотоциклы могут агрить этих цветочков и лить под них лужи, замедлять, короче, и кайтить. Да. А ну, Егор, сядь, подожди, стой, сядь в мотоцикл. А у меня вообще нихуя тут кнопок нету. Значит, поехали обратно. Значит, все, кто сядет в моток, только, блядь, льет и масло, и все. Только желательно лейте, чтобы оно не было на пути машин, которые едут.
Ну, у меня нету. Где, блядь? Макс, может, я куртку сяду? А чё я там? Ну, блядь, мне тут надо клочья дам бросать, а он типа супер важный. Ну, есть блядь. Крюк в мотоцикле. Чё нету? У меня сейчас есть. Ну, вот есть у одного хилит, блядь. Они мотоциклы вообще разные, блядь, двух видов. Один синий, один красный, блядь. В синем, блядь, мотоцикле крюк, нахуй, в красном хилит. Нихуя себе, ну-ка. Вот, смотрите, вот передняя, смотрю. Передняя, блядь, это. Вот синий, в синий сядьте, там есть крюк в синем, блядь. Сука, что-то тоже нету, блядь. В синий. Ну, вот блядь. Синий мотоцикл стоит возле трофейки, у него есть крюк, вот сядь в него. Почему у нас мотоциклы не все заняли? Есть крюк? Кто там сел, не знаю. Есть там? Ого, есть крюк. Четвертая кнопка. Левела зависит. Не думаю. Они цвета разного, это разные машины, блядь. Ну вот я тоже в синем, но у меня нету этого, блядь. Ладно. Пробуй в другие садиться, в красный, блядь. В красном уже был. Да, попробуйте релогнуть, мало ли. А чё у нас два мотоцикла осталось? Потому что машин не 5, а 6 больших, ты видишь? Или 5? 5. Раз, два, три, 4, 5. Чё, Лада нету у нас, типа? Ну ладно, один. Кто-то... А по 3 можно садиться в эту машину? Ну, вроде не. Странно. У нас... Паладин вышел и ребутнулся, короче. Ну, Паладин и Влад. Вот два мотика тебе стоит. А-а-а. Три стоит. А, тут заняты. Тут не садится, тут нельзя сесть. У всех в машинах по два человека. Проверяйте, у кого нету пассажира. Какой молодец, ты сам в машине сидишь или нет? Кого-то еще надо пристумать? Кто-то есть? Те, что не тут люди. Сейчас я зайду, подожди. Вы не можете определить, кто не в машине или что? Шкаф поставим. Владимир не в машине. Поставьте из лока. Владимир вообще не в институте. Грязовая гряда. А что? Чего они? Почему они? Выйдите сюда на середину, поставьте шкаф и засуньте все. Влад, ты там заходишь или что? Да-да-да, сейчас, подожди. Или что? Подождите, ну, по идее, все же машины должны быть заняты, по идее, нет? Ну, нету да. Людей тут в инсте, ты понимаешь, не? Владимира нету. Владимира нет. Владика нет еще. А. Владимир, ты вот в мотоцикл садишься. А он 14, кстати. Вот мотак стоит сзади. Владимир, садись в мотоцикл. Все машины даже... уже заняты. Стой, ну-ка выберни. Макс. Вот мотоцикл, Владимир. Возле портала, возле локов. Стой, ну залезь обратно. Да, ну типа у тебя... А ты левел маленький, бать. Видишь, у нас сколько хп у точек. А, у тебя 212. Ну да, 212. Садись, Владимир, в мотоцикл. Он два мотика стоит, занимай. Что-то он завис. А вот эта хуйня типа на пушке, на разрушителе, ну, повышенной скорости, она вообще не юзается, да? То есть она бесполезна. Почему юзается, блядь, босс когда догоняет? Колчедан. Она за колчедан. Она за колчедан, ебать. Да, но она за колчедан. Но если тебя босс догонит, она бьет тебе ебало, лучше потратить колчедан, чем сдохнуть. Да. Ну, ты в курсе, ты колчедан кого подтягиваешь, собираешь нам? Я его типа, ну, расходую. Но он тоже расходует, если скорость прожимает. Ну это там скорость, да, такой. А так он там стоит. Типа, кто крюком тянет в разрушители, они должны видеть, типа, если есть рядом колчедан, можно скорость прожать и сразу притянуть. Это желательно, да, машины, но обозначить. Я на разрушителе он поставил метки. Да. Ну да, наверное, лучше не на разрушители метки поставить, блядь, а на трофейки и разделить их по углам, блядь, будет, когда выйдут цветы. Да, ну давайте. Там говорят, на ХМе критично каз сбивать, и одна осадка не справится. Нужно либо две, либо три, я не помню, сколько там КД у этого каста огненного.
Большое. Значит, две, скорее всего. Точно. Сколько там сбития коста? Ну, почитайте. Минуту куда, что ли? Секунд. Ну, если коста у машинки сбиты. Кинь сампаки. Ты тыкни. Тыкни двойку, и сколько откатываться будет у осадки? Это, бля, минуту, по-моему. 10 секунд. 10, нихуя. Ну, 10 секунд. Значит, блядь, две справятся 100%. Да даже одна, скорее всего, раз 10 секунд. Он же его редко косит. Так, учитай, сколько КД секунд? Там, по-моему, 30. Ты же без щита не собьёшь. Минута, а, вот-вот, из-за щита, значит, нужно больше осадок на босса. Там тройка щита. А почему тебе без щита каст не сбить? Чё он такого дает важного? Ну, тебя ебать. Босс, типа... АУЕ сильная. По пол ляма. По тебе, тебе в обратную ебанёт. По ним АУЕ сильная появляется. Вот почему. Он ваншотает машины. Он с двух, с трёх ударов. Тыкните кто-нибудь. Женёк говорит, у него на трофейке нет щита. Влад, он просто... Женек, ты же в пушке сидишь или за рулем? Так щит-то у второго пассажира в осадной машине, а не у первого. Женек, если ты водила, то у тебя только три там кнопки, щита нет. У тебя только вторая кнопка для сбития каста. Когда по тебе, ну, будет. Все, все. Женек, не обращай внимания. Куда? Мотоцикл стоит вон. Один. Стреляю вон по нему. Пустой. И еще, короче, вот эта вот четверка, которая у разрушителей, ей мы скидываем, короче, жертвуем своим пассажирам и скидываем скорость. Ну, он каждый, короче, сколько-то там секунд накидывает на себя баф и ускоряет скорость движения и скорость атаки повышает. Короче, смотрите, мы когда на нем будут стаки, с трофейки, наверное, двоих закинем на него наверх туда. Их разобьют, и те, кто на мотоциклах, должны будут подобрать пассажиров этих и привезти обратно в трофейку. Четверых закидывают, потому только что пушки быстро там, надо сделать. Там четыре пушки, там четверых закидывают. Ну, четыре. Влад, садись в мотоцикл, чё? Вы желательно... Чё, закидывать желательно тех, кто может сейф после глыбу прожать, бабл или еще что-то. Ну, у меня есть... У меня паладин. Пушки, у меня прожжение. Вопрос по поводу этих трофеек. У меня тоже паладин. По поводу трофеек и по поводу этих цветков. Что за цветки и что делать? Ну, цветы надо, большие, наверное, будут, надо кнопкой второй, третьей, которая отталкивает нахуй. Их просто отталкивать, к боссу не пускать, и все. А, понял. Смотрите, сейчас будем ехать по центру, просто тупо по центру, блять. И влево-вправо будете стрелять, стреляйте аккуратно, чтоб лишнего нихуя не сагрить. Просто хуярим эти маяки и проезжаем до босса, и все. Ну давайте, ярче на готовность. Мы А когда это, когда катапультируешь, что там делать? Там тоже какие-то кнопки появляются? Нет, ты наверх закинь, там просто... Да. Типа ты просто... И что дальше? Ты же все дамажишь. Тебя закидывает, и ты типа стоишь якобы, с него стаки снимаешь, по башке типа ему бьешь. Просто дамажишь. Когда, короче... Когда стаки скин, ну, вы, допустим, скинете стаки, время пройдет, вас с него скинет, и вот в этот момент, короче, он может еще АУЕшку юзануть, и вас может ваншотнуть. Ну, в смысле, у меня просто хил сидит, и я к тому, что надо его спекать, не надо. Бабл прожмет, да и все. Ладно, все. Спекни ее в ретрика. Так а я хант, что мне там прожать, блядь, чтобы выжить? Ну давай с тобой поменяемся, типа я вот маг, вот я чуть-чуть вперед выехал. Давай с тобой поменяемся, Сань. А ты на чем, тоже на разрушителе? Да. Я был за рулем, правда, а где безредный? А вон. Самая первая тачка стоит вон там, Сань. Правее. А там кто в пушке? Что там, все были готовы? Там артстайл сидит. Ну так-то трэш можно было уже до босса почистить минут 5 назад. Рыла нету. Да, рыла нет, где рыла? Ну, он рыла сзади бежит. Ну трэши, да, Тёма, как бы нужен, когда больших будет. А тут вон сверху его много. Пару штук. А чё меня выкинули? Его хватит. Кто-то ты. Я у сурфа сидел. Ну скажи, чтобы остановился.
Едем по центру, налево и направо, сильно не уезжать. Колчана наверху может собраться. Давай, Егор, подбивай колчан. Тёма, вон тоже. Да где нахуй масло разбивается? О. Масло не летит, а, блядь. Ну, нахуй это сейчас летит. Тяни, Егор. А, уже есть, понял. Масло, оно замедляет сильно, вы им... Ты будете кайтить. Вот, колчедан, бери. Бери еще, Егор, спереди. Не так легко, как я думаю. Мышкой наводишь и нажимаешь кнопку. Опа! Ачивочка подъехала, нахуй. Что за ачивочка? Сука, Макс, мы ни одной еще не собрали. Так вот. А колчедана как собираются? А чё ты колчедан? Мышкой нажимаешь наводит, на него мышкой. Вот. Нажимаешь на троечку. Тёма, вот. А, нет. Не, нельзя его. Да, да, вон, подсвечу. Марсан, а чё мы не собираем колчедан? Вы чё нахуй расплелись, блядь? Кучнее едьте нахуй. Говорю, по центру вот, едьте, блядь. Нахуй вы едете лево-право. Егор, а ну притяни. Вот мы будем, за заметками едьте просто. А, нет, Тёма, а, пускай за одну. Вон, вон, за трусами едьте все. Еще один, ага. Видите, трусы, пускай куча едут, нахуй. Они не понимают, куда им ехать. Прямо. Не обгоняйте, нахуй, не влево. Не кажется, я... А, во, подтянул. Типа, один дает 25 энергии, да? Да. Да, да, да. У нас гвиздец бегает. Обгоните, блядь. Едьте. Он дойдет до вас, развернитесь, пострелете с ним. Егор, еще бери вот этот. Давай, Саня, еще, наверное. Давай, Саня. Бери, Егор. А ну сюда, нахуй, блин. Спиздили у нас. Проехали, сзади маяк целый. Научился смотреть как? Да я вроде твой фрейм вынес, вроде. Все, 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 все. И все видно, да? Сейчас? Ну у нас сейчас фул всегда, да? Да, сейчас пока. Чем хрен ты делаешь? Давай сейчас да. Я потрачу, посмотрим. Да, хэмку. Че, чинимся? А, эту забудем? Че? И что? Вот я потратил. Все, вижу, вижу. Почему? Куда ты стреляешь, блядь? Максим, где ты, в рот? Да я не стреляю. Ёбну. Ай, бля. Чинь? Нет, алё. Думаю, я фуловый. Кто не фуловый у нас? Ну, 92%. Так они же починили. Чего, видите? Починки, ты чё, блядь? Ну, в смысле, ребят, все равно надо его сначала спулить, типа... Трэш-то убить, наверное, надо, да? Ну можно было нахуй не агрить, можно было бы не бить, блядь. Давайте просто спулим босса и все, нам тут этот трэш нахуй не нужен. Да, трэш просто в комнате. В комнате, я про комнате, который. Приезжайте, блядь, один заедет, нахуй ты кто едет. Аккуратно, скажем. Вернитесь все назад, я сейчас агрю всех, блядь, и возвращайтесь обратно. Все назад, все. Я могу поехать, слышишь? Вперед. Да. Все, все, валите все за линию быстрее. Саня, подбирай колчана. Так мы фул вроде, нет? Больших лечит. Он того пиздюка не сагрит. Я сагрю. Давай, сагри его и выезжай оттуда. Я, у меня уже 35, 30, 25. Да сейчас заедете на круг, оно зальется, блядь. А, залётся? Да, будет фулл. Фулловые будете. Не тяните, ничего не тратьте, колчедан. Заехали на круг, он сейчас сразу споремонтировал. Там он еще один моб, еще один моб. Саня, уеби мне этого ассиста. Сейчас. Да. Так, давай тоже дам. Че, с лужами льем, нет? Или без луж? Выйдите, выйдите. Антонска лужа не работает. Понятно, вышли. Какой долбоёб был, блядь, опять за линией, нахуй? Да он всегда будет запускаться. Так всегда, да. Егор, я сел в машину, отъехал вправо. Так, Саня, ты где, я тебя не вижу. Я тебя сейчас найду, ты сел?
Всех, кто садится в новые машины, заезжайте на круг и ремонтируйте, чтобы у вас была полная энергия, полный ХП. Видишь? Всех. Да, да, да. Все, да, да, это я. Да. О. Саша, надо, короче, метки расставить по углам, блядь, типа, блядь, лево, ну, короче, ты понял, ближний, дальний, кто в какой в трофейке будет там стоять и потом штормить цветы, нахуй. Четыре угла, типа, да? Да, вот они с каждого угла будут цветы пиздовать. Саня, так, страта, вы пока не можете сделать, короче, у стенки влево-вправо водить его по лужам, чтобы он не догонял. А лужи не работают. Они горят, это быстрее убивается босс. Я не могу там далеко слишком до той стенки. Ну хотя бы двоих назначить, потом поставить туда. Кто там за рулем? Женек, ты за рулем? Женек, прием. Женек. Короче, Саня понял, да? Эту тему. Да, Женек, короче, твой дальний левый угол, вот там, где печенька стоит, только в самом углу. Макс, там оттуда, назад, когда будут цветы, блядь, идти, туда будешь цветок трамбовать. Мораль тут? Да, да. Мопед сел. Твой, соответственно, да, так же крайний правый будет угол, там в угол, блядь, понял? Угу. Все. В ближние углы мопед, кто будет? В звездочке кто будет? Ну, да, я буду. Срез, я. Все. Нет, ты не понял. На в трофейке, на танке, на машине, блядь, не на... А, блядь, они все трофейки, я поэтому и туплю. Понял. Короче, давайте, вижу нечаянно. Твоя звездочка отсюда будешь бить. И Эми Вайнхаус будет левый угол. То есть правый. Левый, блядь, нечаянно, правый твой, ближний. А нам, Кирюх, на разрушителях как бы куда двигаться, каким образом вообще? Нам надо стоять так, блядь, в идеале тоже стоять, грубо говоря, по углам. Вот он за нами начнет ехать, понял? Чтоб, блядь, как сказать, чтоб не догонял, блядь. По квадрату, mm-hmm, типа водить его, по максимальной траектории? Да, 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 да. В идеале стоять на макс РНЖ нам и накидывать. Главное не проебывать стаки Колчедана, и все. По максимальной дистанции друг от друга и как можно ближе к стене водить его. Его, типа, сразу весь не выпуливают, да, я так понял? Ну, типа, когда время уже подходит, да, нужно перестакивать, или как? Лучше. Короче, ты вот как на драконе волка настакал до 10, понял? Ну, вот, грубо говоря, стак дал, и оно начинает время идти. Он как доту, типа, кинул, там, mm-hmm, я не знаю. И все. Понятно. Потом то же самое двоечка обновил, то есть, когда у тебя уже 10 стаков обновил, оно опять 10, и все, опять заново время пошло. Ну, короче, как доту обновлять. Слушайте, по-моему, максимально держишь. Стреляешь, один, видишь, что там 3-4 секунды остается. Раз, обновил, нахуй, 10 стак, опять. Один, опять обновил. Главное достакать до 10, а потом не проебывать, и все. Это важную вещь сказать вам, чтобы время не теряли. Вчера хардмод отключили, у босса на хардмоде 300 лямов. Сейчас у него 86, хардмод не работает. Работает. Может, во время запуска будет? Увеличен. Ну, давай попробуем посмотреть. Ну, а как это? Интернеты убили его, блядь. Мы сейчас его запустим, блядь, и у него будет много хп, по идее. Ну, посмотрим. Но мы машины, башни никакие не били, видишь? То есть хардмод должен быть включен. По идее, у него 23 ляма, по-моему, всего. 23 это в обычном, в десятке. А, десятки. Ну, сейчас посмотрим. Что? Мы со стратой звезда печенька играем, льем лут между ними и таскаем туда-сюда его или как? Не, ну будем водить по максимальной дистанции по всей комнате, по кругу. Просто с лужами его быстрее убивается. Да, он не работает на него лужи. Может, они его не дамажат, дамажат только нас. Да? Они его замедляют. Да. Ну, ладно, сегодня Антон давайте говорил РЧ и поехали, блядь. Подождите, давайте тогда определимся, вот смекалка и безвредный. Поехали, на с той стороны будем заезжать сразу, чтобы с тех углов, как все тут стоят. Я буду стоять, мне пуху в каком углу. Давай срез, ты тогда в дальний, туда, в печеньку поедешь. Ну тут еще мобы какие-то, блядь. И, ну мобов не агрите, блядь, лишних там. Ну вот, у Санька, а чего 4 башни вчера сделали, блядь. И у нас еще остается, еще должна быть одна машина. Одна будет по центру. Заезжайте за столбы, заезжайте все за столбы. Заезжайте, только никто не стреляйте, блядь. Никто не стреляйте. Срежь.